Это средство способствует регулированию обмена веществ и укреплению иммунной системы и очищению кишечника. Употребляя эту смесь, вы забудете о запоре, о ленивом кишечнике и ожирении. Вы потеряете до 2,5 кг в течение месяца, особенно это касается жировых отложений вокруг живота. Состав и приготовление. 5-7 штук чернослива, 2 столовые ложки овсяных хлопьев, 1 стакан кефира или нежирного йогурта, 1 столовую ложку масла из льняного семени, 1 чайная ложка какао-порошка. Готовим этот завтрак с вечера. Заливаем чернослив 100 мл кипяченой воды на 10-15 минут. Смешиваем какао, масло льняного семени и овсянку в отдельной миске. Добавляем туда же стакан кефира и хорошо перемешиваем. Нарезаем чернослив и добавляем к остальным ингредиентам. Перемешиваем и убираем на ночь в холодильник. Утром можно наслаждаться здоровым и питательным завтраком. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь. Нам будет очень приятно. До встречи в следующих видео!